Приветствую всех! Вы на канале Gambit Games. Мы возвращаемся в FIFA 20 карьера за Родриго. Ребят, этот выпуск будет последний. Последний выпуск первого, хочу заметить, сезона за Родриго. В этом выпуске у нас два матча в рамках Лиги Чемпионов с Барселоной. Это полуфинал. Сыграем еще с Атлетик Бильбао, с Вильяреалом. Ну и, наверное, если, конечно же, мы пройдем Барселону, сыграем финал. Так как за чемпионство, ребят, борьбы уже никакой нет в Ла Лиге, у нас осталась только надежда на Лигу Чемпионов. Постараемся с Родриго выиграть этот трофей. Устраивайтесь поудобнее, приятного просмотра, мы начинаем. Погнали! Так, ребят, ну что, все готово к матчу. Мадридский Реал Барселона, полуфинал Лиги Чемпионов. Родриго в старте, справа Гризман. Все отлично, погнали. Все готово к матчу, Лига Чемпионов, полуфинал. Мадридский Реал Барселона. Мадридский Реал переходит в атаку, 25-я минута матча. Кристиан Эриксон, Казимира. Вот хорошая передачка, ну! Как же так, а? Кевин Де Брюйне. Кевин. Как ты мог? Родриго. И хорошая передача. Там Эден Азарт набирает скорости. Денушка. Родриго ждет его. Подача хорошая. Ух. Вот это да. Технично там обыграли. Ой-ой-ой. Какая красота могла быть. Технично обыгрывают просто крайних защитника, как детей. Йович. Хорошая передача. Родриго! Еще! Ух, как было опасно! У мяча Кевин Де Брюйне. Ну давай, Кевинушка! Эх! Не повезло. Все, друзья, 0-0. Самый скучный полуфинал. Наверное, в Лиге Чемпионов. Так, ребят, ну что, следующий матч у нас в рамках Ла Лиги. Атлетик Бильбао принимает мадридский Реал. Стартовый состав на ваших экранах. В центре поля у нас Эриксон, Де Брюйне и Казимира. Линии нападения Карим Бензема, Эден Азар и Родриго. Родриго попросил передачку. Родриго! Удар в дальний! Еще пробить! Ну, вторым касанием-то почему не забил Родриго? Сан-Хосе. Формер. Может быть опасно! Почему дают пройти? Ребят, ну это кино и немцы, честно, друзья. Ну это просто 1-0. Атлетик Бильбао выходит вперед в матче с мадридским Реалом. Давайте посмотрим этот цирк. Удар Родриго в ближний. Пушка страшная от бразильца. И что там, нарушение правил в ксерут арбитра. Это хороший шанс для Сливочных, чтобы отличиться. Мяча Кевин Де Брюйне. Он уже попадал в каркас, но только это было в матче с Барселона. Кевин Де Брюйне. Хороший момент. Опять каркас, друзья. Каркас. У нас будет угловой ворот мадридского Реала. Подача в штрафную. Может быть опасно. Кристиан Эриксон. Родриго, хороший момент. Вот сейчас разыграли неплохо. И неужели в какой-то веке Карим Бензема дал точную передачу? Отдача штрафную. И все, друзья. Тайм первый завершен. По-прежнему Реал играет ужасно. Родриго. Навес штрафную. На 11-метровую я хотел навесить, но не получилось. Ух, как красиво, Адриасоло! Ой-ой-ой-ой-ой, да. Вот это да. Кудрявый-то неплохо. Посмотрите реакцию защитника. Родриго. И хороший удар. Кевин Де Брюйне. Отлично пробил. Хлёстко низом. Там Эден Азар в положении вне игры. Кевин Де Брюйне. Кристиан Эриксон. Технично Кристиан Эриксон. Ну моменты возникают. Но какого... Худенько у нас ничего не получается. Родриго.
Родриго! Йович! Ну Йович, ну ё-моё, наконец-то! Еле-еле! 1-1! Друзья, ну какая может быть Лига Чемпионов по такой игре? Давайте будем реалистами. И все, друзья, 1-1. Так, ребят, ну что у нас? Ответочка в Лиге Чемпионов. Барса принимает мадридский Реал. Никуда не нужно лететь. За 3-9 земель испанским командам. Все. Решится на Камп Ноу. Поехали. Все готово к матчу Барса-Реал. Очередной Эль Классика в этом сезоне. Мы начинаем. Первый матч, напомню вам, друзья, закончился со счетом 0-0. Скучнейший полуфинал был. Жорди Альба по левому флангу мчится. Жорди Альба врывается в штрафную. Может быть опасно. Опять проваливается там Адриасола. Он просто тащится, как телок. Удар хороший. Это Фрэнки де Йонг. 21 номер. Наносит удар на 27 минуте. Барса будет разыгрывать угловой. Усман Дембеле. Подача на дальнюю штангу. Типа Курта достает. Да, достал этот мяч. Отключение. Кристиан Эриксон. Пробить. Карим Бензема. И Терштеген. Терштеген не спит. Он тоже существует здесь. Давненько мы его не видели. Усман Дембеле. Набирая скорость, Усман Дембеле. На левом фланге решил развернуться. Француз. Ждет Жорди Альба. Альба подача штрафную. Но тут должен Рамос сыграть спокойно. Адриасола. Главное, главное не... Яго. Барса с мячом. Видаль, он может сейчас и пробить Артура Видаль. А Тибу круто, великолепно сократил чуть-чуть дистанцию, угол обстрела. И поэтому было проще ему отразить этот прекрасный удар чилийца. Родриго. Развернулся неплохо и удар в ближний угол. Ух, вот это да. Если бы мяч оказался все-таки просто феноменальная была бы пушка в исполнении бразильца. Торшеги не достал, да. Или достал, да конечно достал. Родриго. Еще передачка на Кевина Дебрюна. Кевин Дебрюна еще на Родриго. Родриго. Ну. Так что ж ты будешь делать? Разыграли просто. Шик, блеск, красота. В стиле, кстати, Барселоны. Родриго. Эх, Кевин Дебрюна получил по ногам. Но будет опасно штрафной. Неужели мадридский Реал заиграл? Нужно давить, давить Барсу. Кевин Дебрюна. Хорошая передача. Родриго. Есть еще силенки у бразильца. Врывается в штрафную. Родриго. Еще передачка. Ну никто не выбегает. Никто. Все стали за игроками. Подключение Адриасола. На Родриго передачку. И слева. Ой, какая красота могла быть. Прессинг. Да, удар не получился. С левой наносил, но мадридский Реал последние 20 минут показывает лучший футбол за последние, я не знаю. Артура Видаль. Вот здесь Антуан Гризман. Все, друзья, до свидания. До свидания. Финал Лиги Чемпионов. Барселона опять нас обыгрывает. Сколько там осталось? Ну, минут 5, максимум 5 минут. Все, ребят. Мадридский Реал без финала Лиги Чемпионов. Барса прошла сливочный. В этом сезоне Барса просто все трофеи забирает у мадридского Реала. Так, друзья, ну что у нас? Заключительный матч в этом выпуске. Да, заключительный матч будет у нас с Вильяреалом. Все, что можно, нельзя. Все кубки и чемпионат. Все. Потерял мадридский Реал. Ла Лига, Кубок Испании, Лига Чемпионов. Виной этому Барселона. Ну, конечно, виной не Барселона. Барселона молодцы. Они прекрасно играют в этом сезоне. Здесь виноват только футбольный клуб мадридский Реал. Родриго в старте. Еще передачка на Родриго. Родриго, выход 1-1. Удар.
повреждение получает в концовочке чемпионата. Попал в штангу. Ну что за невезение, слушайте. Вот это поворот. А что там было-то, я не знаю. Кристиан Эриксон, ну проверь-то издали. Родриго, еще передачку. И давай-давай, дружище. Это точка. По идее, это точка, друзья. Ага, точно. Нет, друзья, это не точка. По-другому быть не может. Нам везет в этом выписке. Кевин Де Брюйне, попадай в перекладину. Нет, Кевин Де Брюйне все-таки забивает с третьей попытки. Наш бельгиец забивает, да. Дважды он попадал в перекладину. Когда нужно было, кстати, забивать. А сейчас матч ничего не решает. Кевин Де Брюйне открывает счет. Да, удар получился прекрасный. Спору нет. Камера это оценила. Нас заменили. Родриго в этом выпуске ничего не смог сделать. Ни голевой передачи, ни забитого мяча. Вот так вот, ребят. Ну, на самом деле, мадридский Реал-то в целом играет просто ужасно. Ребят, Родриго вылетел на 3 недели, друзья. На 3 недели. Так бы остались и без финала Лиги Чемпионов. Ну что, ребят, давайте взглянем на турнирную таблицу. Итоговая таблица в Ла Лиге выглядит таким образом. Барса первое место безоговорочно занимает первую строчку. На втором месте мадридский Реал, дальше Атлетико Мадрид, Валенсия, Бильбао, Севилья и так далее. Мальорка, Сосуна и Гранада вылетают из Ла Лиги. А что у нас насчет бомбардиров? Суарес 26 мячей, Родриго 22 мяча забил, Гомес из Вильяреала 22 мяча забил, и Родриго из Валенсии тоже 22 мяча. Голевые передачи, Родриго, ну хоть здесь Родриго занял первую строчку. 16 голевых передач. Так у него и матчи, посмотрите, меньше. Победитель Лиги Европы Ювентус. Разобрался он с немецким Вольфсбургом со счетом 2-1. А Ливерпуль обыграл Барселону. Нашлась управа на Барселону со счетом 2-3. Давайте взглянем на лучших бомбардиров Лиги Чемпионов. Луис Суарес 16 мячей забил. Роберто Фермино, Мане 9-10. 10-9, соответственно, Карим Бензема 7 мячей забил. А вот нашего Родриго здесь нет. Клиров всего 4, хотя, по-моему, рекорд именно Криштиану Роналду принадлежит 17 забитых мячей. Родриго, кстати, здесь отметился голевыми передачами. 8 голевых передач в 11 матчах. Это очень хороший результат. Лига Европы, бомбардиры, Дост 12 забитых мячей, Криштиану Роналду 9, зато Криро успел отличиться и в Лиге Чемпионов, и в Лиге Европы. Забил 9 мячей, повторюсь. Что насчет голевых передач? Алан Загоев, 5 голевых передач. Ну тут с этой пятеркой очень много футболистов. Ну что, ребят, подходит к завершению первый сезон за Родриго. 46 матчей сыграл наш бразилец, забил 27 мячей, отдал 27 голевых передач. Шикарный результат, на мой взгляд. Посмотрим, что будет в следующем сезоне. Будет ли он вообще. Это, друзья, будет все зависеть только от вас. Ваша главная задача — обязательно подписаться, кто не подписался. Комментируйте, ставьте палец вверх. С вами был Гамбит, с вами был Родриго. Всем пока, друзья. Пока-пока.